Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие. Вот сегодня покажу вам мои покупочки в Краснодаре. Как я очень-очень рада. Ну, для начала покажу такое. Знаете, одеяло купила 140 на 205. В общем, одеяло 199 рублей. На него под одеяльник одеваешь. И просто вот так, когда захотел прилечь, укрылся. Как синтепоново. И сверху то ли спанбон, то ли что. В общем, 199 рублей. Я очень рада. Не буду разворачивать, потому что мне еще его вести. Вот. Пришлось так подвесить. В общем, вот такую косуху взяла себе. С карманчиками. Вот фирма Модис. 1999 она стоила. Ну, 2000. Ну, супер вообще. Карманчики. Коротенькая. Такая. На лето взяла. Такой, ну, сами понимаете, север, лето, только косуха такая пойдет. В машину прыгнул, и все окей. Ой, я очень рада, мне она так нравится вообще. Так, под косуху взяла вот такую простую черную юбочку. Вот она, до колен. Тоже фирма, это же Модис. И стоила 599 рублей. Она такая, как Лавсан, что ли. Ну, в общем, мне очень понравилось. Пуховичок такой, он такой легенький. Знаете, это такой весна-осень, тоненький, без воротника. Фирма Хорс. Это есть у них здесь магазин стоковый. Вот. И, в общем, новое слово в области Орзотхерм какой-то, ну, как-то утеплитель нового поколения, изолирующих и утепляющих материалов. И вот очень хорошая распродажа была, видите, стоил он 7600, я его приобрела за 2999. Плащ такой, ну, вообще классный. Он и на молнии, и на... В общем, классный. Легенький такой вообще он. По колено. Без воротничка здесь. Или снуд, или шарфик. Ну, в общем, мне очень нравится. Курточку взяла еще. Плащевка или как и ветровка. Ну, в общем, мне понравилась очень. Она тоже на распродаже. Вот, стоила она 3999. По распродаже 2199. В общем, 45%. И она еще вот как бы здесь стеганая. Тоненькая. Ну, тоже так вот, знаете, под брючки. С капюшончиком. Фирма Хойс. Не знаю, я по-английски, я по-русски плохо говорю, по-английски тем паче. Так что очень я рада, очень. Она так хорошо смотрится вообще. Так что как-то так. Кофточки такие хорошие. Тоже что-то 600 рублей. 599, по-моему. Так, под юбочку, под джинсы. Ну, вообще классно. Ну и вот такие еще две кофточки. Она трикотажненькая, ну с коротким рукавом. Но это было 799 рублей, а там товар недели, что-то такое. Там получается 399. И вот это тоже 699. Ну она такая, три четверти рукав вообще. Хоть под юбочку, хоть под брюки. Я люблю такие вещи. Так что весна и ранняя осень. У меня все супер. Джинсы классика, классика, классика. Вообще мне нравится. Все так, как по мне. 699 рублей. Ну это вообще бесплатно, бесплатно. Фирма это же Модис. Ну, вернее, магазин Модис, а фирма Деним, что ли. Ну, здесь без родины, без флага. Но так померила, нормально. Главное, что высокая посадка. Вот здесь. И никаких лишних. Ну, в общем, весна-осень. Я сплю спокойно. Так, еще фирма здесь такая есть хорошая. Типа для рукоделия магазин. Как же он называется? Леонардо или как-то? Забыла, как называется. Да, вот Леонардо. Там вот эти книжечки взяла. Сегодня надо посмотреть, что там с них можно делать. Смотрите. Вот такие что-то было 12 штук, 50 рублей, по-моему. Заготовка для декора.
Ну, это вообще... Они хоть полуяйцами, хоть можно их между собой склеить, будет целое яйцо. Можно сделать этими бисером. Можно просто их задекупировать. Ну, в общем, кто на что гораст. Вот это я взяла такой, как же его называют, сейчас скажу. Мольберт. Вот у меня есть, это такой настольный мольберт. У меня есть картины по номерам рисовать. И вот я поставлю, здесь ножка есть, и удобно будет рисовать. Мольберт это стоил что-то там 400, по-моему. Так, 400 рублей, 404 вот. Так что я очень рада. И, конечно же, все для мыла. Это штамп для мыла ручной работы, инструкция так, уложить штамп, залить мыльной основой. В общем, будет именное мыло, такой вот штампик, сердце. Какой-то узор там. 3D. Смотрите, какой вообще. И вот как раз мне такой вот, чтобы для дома. Оно глубокое. И тут все такие маленькие. В общем, и я люблю. И 280 рублей всего стоил. Представляете? Конечно же, взяла еще так, краситель. Это тоже краситель. И это краситель. Зеленый. Красное вино и желтый одуванчик. Такие, которые всегда нужны. Ну, это эти капельницы. Кстати, здесь они 12 рублей. У нас такая 66. Капельницы. Добавлять красители. Это. А это отдушка взяла. Но отдушек там было мало. Лаванда и сочная дыня. Еще что-то было там, но у меня есть. И, конечно, по килограмму мыльной основы. 260. И сколько же она стоила? Так, сейчас скажу. Где-то. Заготовки для... Мыльная основа. 324 рубля. И мыльная основа 294 рубля. В общем, эти... И килограмм. У нас, конечно же, это в два раза дороже. Ну, взяла теперь... На год мне опять хватит. Так что вот такие мои покупочки. Чему я... Очень рада. Очень. Ой, еще чему я очень рада. Это Либредерм. Столовые клетки, крем-эксперт, винограда для лица, шеи, области декольте. Это мне кумасик подарила. Вот это. И для век. Очень хороший для век. Я еще недавно смотрела Fly. Как-то называется канал Fly. Она рассказывала про вот это... что очень хороший крем для глаз. И у меня он раз и появился. Чему я очень рада. Вот, так что всему рада. Ой, вообще, не знаю, прям всему очень рада. Эти журнальчики там лежали. Тут прям написано, возьми каталог бесплатно. Тут весенние идеи, что нужно сделать вообще. Смотрите, стоимость расходного материала 2,50. Ничего себе, серьги. Что продается, что надо. Как делать. Да, круто. Ну здесь что тут? Скрабукин, флористика, плетение, живопись, декупаж, пэтчворк, валяние, вязание, чеканка, лепка. В общем, такое... Что делать-то? Как делать? Вот, смотрите. Как сшить человечка или кого-то. Ну, я так взяла. Чтоб было. Ну, посмотрю. Надо мне это или нет. Набор для шитья. Создать свою игрушку. Тоже там продается. Прям уже готовая. Вообще, можно также сшить. Смотришь, ну, когда смотришь, то сшить, делать нефиг нафиг. Да? Вообще, класс. А это что, швейные машины и товар для пэтчворка. Какие и про швейные машины, что. В общем, штукенция такая классная.
Так, это что? Набор для творчества из шерсти. Или из шерсти. Вот смотрите, какие картины можно делать. Класс, да? Вообще обалдеть. Набор для рукоделия в технике пэтчворк. Да, так. Смотришь и делаешь. Так, а как аксессуары для вышивания? Ну, как это лентами вышивать можно. Видите? В общем, вот такие. О, даже есть схема для вышивания чего-то там. Смотрите. Только не пойму, что это. Прихватки. Такие розы можно вышить. Грибочки. Ой, ангелочек, смотрите. Петух. Открытка петушок. Нормально. Какие нитки, номера. В общем, таблица переводов цвета ниток. Это вот какие вышивки у них есть. В общем, такие книжечки хорошие. Это вот все приспособления для вышивания. Лупы, светильники. Так что, так что. И вот и все. Вот и все, что я вам хотела показать. Смотрите, травка зеленая, дождик идет. Видите, уже появляется. Сейчас покажу вам, знаете что, розы. Вот смотрите, что-то такое, уже такой куст здоровый. Видите, цветок какой-то. Вот видите, вот уже листики, вон, почки. Видите, так что, вот уже, видите. А сегодня какое сегодня? Я уже сбилась, 15-е. В общем, среда сегодня, марта. Так что, ну, конечно, это ж юг. Видите, уже прям вообще все. Ну ладно, мои дорогие, всего хорошего. И всем пока-пока.